Мы находимся на неделе российского ритейлера с нашими гостями. У нас один из главных партнеров всей недели. Александр, ваша компания, не Александр, конечно, а компания «Коралл». Александр, расскажите, почему вы решили стать одним из самых главных партнеров этой недели? Почему вам сам форум, сама выставка интересна? И какие у вас ожидания от форума в целом? Сети занимают все больше и больше долю в продажах в нашей стране. Мы ожидаем, что этот процент будет только расти, поэтому в любом случае сама по себе категория и отрасль ритейла, она не то что интересна, она стратегически важна. Поэтому мы здесь ожидаем конструктивных и эффективных контактов. Мы хотим заявить о своей компании «Коралл» и презентовать ее как серьезного и надежного партнера. И сказать, собственно говоря, через нашу презентацию, через наш стенд, рассказать о тех принципах, которые мы проповедуем с точки зрения продвижения нашего бренда и с точки зрения развития потенциальных наших продаж. Ну и, конечно, мы ищем каких-то реальных контрактов через переговоры, которые мы хотим провести на этой выставке. Это наша, пожалуй, ключевая цель. Вообще партнерство выставок или мероприятий эффективный канал получения каких-то лидов, партнеров, контрагентов, или это больше имиджевая составляющая, о которой вы заявляете, что мы сильные на рынке, мы одни из лидеров, поэтому мы имеем возможность условно быть там везде представленными с имиджевой точки зрения? Ну, вы знаете, все зависит, конечно, от твоей активности, которую ты проявляешь. То есть, если ты занимаешь некую пассивную позицию и просто ждешь, когда к тебе кто-то придет, то, соответственно, эффективности, пожалуй, не стоит ожидать. Но когда все идет в синергии, когда у тебя есть некая и стратегия переговоров, и активная, открытая позиция по отношению к сетей, когда ты их стараешься привлечь к себе на стенд, когда ты стараешься рассказать о себе как можно большему количеству реальных клиентов, поделиться, возможно, своей философией, но в том числе подходом к бизнесу, то мне кажется, что это эффективно. И, конечно, на мой взгляд, вот такое честное взаимодействие партнеров, ритейлеров с производителем, честный прямой диалог, о котором сегодня Мантуров говорил первой встрече, на пленарном заседании, он здесь возможен, и, наверное, мы именно этого и ожидаем, и будем к этому стремиться. Спасибо большое. Вот такие экспертные мнения звучат здесь на неделе российского ритейла. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.